Исполняющий обязанности главного тренера БК «Замаш» Гинтера Скрапика, сыгрок команды Артур Дроздов, Артур Башка. Ну, хочу хочу подправить, капитан команды. Капитан команды. Да. Последнюю игру я только так, мы просили, я сказал там секретариату, кто заполняет, что с прошлой игры наш капитан уже Артур Дроздов, но там, наверное, еще не сориентировались так быстро. И сегодня тоже не сказали, что Ювин капитан, но не сказали, что Артур. Мы играли как будто официально без капитана. По этому на представлении. Но я просто так, что и он и сейчас уже наш капитан команды. Хочу поздравить всех с победой. Считаю, что заслужена победа, потому что мы сегодня проявили очень сильный характер. И несмотря на то, что в первой половине у нас не все получалось, и мы отставали, вторую половину мы провели очень хорошо. В первую очередь в защите пропустили всего 26 очков, по-моему, и поэтому боролись, прыгали на мячи, на подборе. Конечно, еще есть у нас много проблем, но мы будем стараться, чтобы эта черная полоса осталась позади и выходить на другой уровень. Вопрос. Артур, с появлением вашего после так называемой дисквалификации, после травмы, конечно, естественно, заметно, что команда прибавила. Насколько вы еще в себе видите неразвитый потенциал, на сколько процентов готовы? Ну, мы делаем все для того, чтобы команда. Главное, я со своей стороны делаю все, чтобы выйти на свой оптимальный уровень, естественно. Да. Никто не знает, тут тренировки, все. Но самое главное, это то, что показывает команда, потому что играет не один игрок. Бывают игры, когда у одного не идет, но команда должна быть сплоченной и показывать командную игру. Несмотря на то, что один-два игрока что-то не получается, но все стараются. Ты можешь сегодня не забить, но ты отрабатываешь в чем-то в другом. Должен быть дух команды, в первую очередь. Сегодня мы показали характер, мы показали, что мы хотели выиграть эту игру. И поэтому я этому очень рад и надеюсь, что в дальнейших играх мы будем производить то же самое. Еще вопрос. Я бы хотел поблагодарить команду за то понимание, на каком тяжелом положении мы находимся после нескольких проигранных игр и как важна была сегодняшняя победа. Я думаю, что мы очень хорошо подготовились к игре. Может быть, в самом начале не все получалось, но мы остались верны себе. Следовали тот план, который наметили на игру, и, конечно же, во второй половине очень сильно поборолись за победу, проявили характер и завоевали очень важную для нас победу. И просто увидели, что победы не получаются просто так, их никто дарить не будет. Нужно такой работой, такой самоотдачей, таким желанием эти игры просто выигрывать. Спасибо. Главный тренер БК «Днепр» Не выдаете, да? Игрок команды Максим Корниенко. Максим, ваши комментарии к сегодняшнему. В принципе, провели неплохую игру.
почти всю игру выигрывали. В конце пару ошибок в защите было, что дали Печеров забить 2-3 очковых. Они, команда Замаша сравняла счет. Ну а в конце игры мы не забили свои броски, которые должны были забивать. Из-за этого, считаю, что мы проиграли. Вопрос игроку. Все, спасибо. Ну, первая половина очень сильно отличалась от второй половины, где первая часть игры была, просто было приятно смотреть на команду. Мы здорово двигали мяч, хорошо им распоряжались, делали правильные, принимали правильные решения игроки, хорошо очень находили открытые броски, хорошо играли на наших центровых. То есть, в принципе, все использовали наши преимущества, использовали каждую ошибку команды Замаша в защите. Во второй половине уже больше свалились на индивидуальные действия. Каждый захотел решить ход игры в свою пользу. Но, к сожалению, такие решения пока не приносят результата. Есть к чему стремиться, есть над чем работать. То есть будем равняться на первую половину и стараться так играть всю игру. Вопросы к тренеру. Как вы оцените игру Квинта Лобуса, который недавно появился в команде, уже взялся за дело, уже 15 раз игры бросил, к сожалению, мало попал, к вашему сожалению? Ну, опять же, да, хочу сказать, что если в первой половине он брал свои броски, брал свои какие-то проходы, когда мы переводили мяч в его сторону, он брал свои проходы, то во второй половине уже это смотрелось как индивидуальность, как это решение самому закончить игру, потому большинство этих бросков и не достигли цели. Еще вопрос. Все, спасибо. Я заберу, раз вы не даете.